Хотите узнать свое будущее? Эти вопросы дадут вам некоторые подсказки. Выбирайте карточки и не забывайте считать баллы. Результаты ждут вас в конце видео. Вот первое задание. Выберите дверь. Дверь А дает 1 звездочку. Если вы выбрали дверь Б, добавьте 4 балла в корзину. Вариант В стоит 2 звездочки, а Г приносит вам 3 очка. Какой из этих вариантов вас больше всего привлекает? Сорвать джекпот? Пойти на свидание со своим кумиром? Выспаться? Стать суперменом и спасти мир? Карточка А добавляет 3 звездочки к вашему счету. Если вы выбрали Б, добавьте 2 балла в корзину. Карточка В стоит 1 звездочку, а вариант Г приносит вам 4 очка. Выберите дорогу, которая вам больше нравится. Горное шоссе дает 3 звездочки. Если вы выбрали пустыню, добавьте 4 балла к вашему счету. Шоссе на рассвете стоит 2 звездочки, а дорога через тропический лес приносит 1 очко. Как часто вы мечтаете о будущем? Каждые 5 секунд. Иногда. Никогда. Будущее? Я не знаю такого слова. Вариант А добавляет к вашему счету 1 звездочку. Б приносит 2 балла. Выбрали вариант В, он стоит 3 звездочки. А вариант Г приносит 4 балла. Какая картинка вдохновляет вас больше всего? Северное сияние. Дождливый лес. Сакура в цвету. Закат на диком пляже. Если вы выбрали вариант А, добавьте 4 звездочки в корзину. Вариант Б стоит 3 очка. Вариант В приносит вам 2 балла. А вариант Г стоит 1 звездочку. Как вы представляете себе идеальный отпуск? Поход в лес в одиночестве. Люблю побыть наедине с собой. Спа с подругами, ведь мы этого достойны. Семейный сбор в загородном доме. Не представляю без них свою жизнь. Экстремальный спорт и опасные приключения. Карточка А приносит вам 2 звездочки. Карточка Б добавляет к счету 3 балла. Если вы выбрали В, добавьте 1 звездочку в корзину. Вариант Г приносит вам 4 очка. Вы беспокоитесь о своем будущем? Иногда. Хорошо иметь план Б. Никогда. Я живу в моменте. Всегда. Я стараюсь все контролировать. Нет, я все время трачу на сожаление о прошлом. Если вы выбрали вариант А, добавьте 3 звездочки к вашему счету. Вариант Б приносит вам 4 очка. Вариант В стоит 1 звездочку. Если ваш выбор Г, то он приносит вам 2 балла. Какая из этих эмоций вам более присуща? Спокойствие. Энтузиазм. Радость. Тревожность. Вариант А добавляет 3 звездочки к вашему счету. Если вы выбрали Б, добавьте 4 очка в вашу корзину. Вариант В приносит вам 1 балл. А вариант Г стоит 2 звездочки. Чем вы любите заниматься? Читать книги и смотреть фильмы. Веселиться с друзьями и знакомиться с новыми людьми. Учиться и развивать новые навыки.
создавать искусство и делиться контентом. Если вы выбрали вариант А, добавьте одну звездочку к вашему счету. Вариант Б приносит вам 4 очка. Вариант В стоит 3 звездочки. Вариант Г приносит вам 2 балла. Сколько целей в жизни вы уже достигли? 0. Мой список целей на жизнь выполнен на 50%. Все. Если я чего-то хочу, я это получаю. Я не ставлю целей. Вселенной лучше знать. Если вы выбрали А, добавьте одну звездочку к вашему счету. Вариант Б приносит вам 2 балла. В стоит 3 балла. Вариант Г приносит вам 4 очка. Как бы вы описали свою социальную жизнь? Социальную? Что? У меня есть пара верных друзей. Каждый человек мой друг. Мой круг друзей постоянно меняется. Карточка А добавляет 2 очка к вашему счету. Если вы выбрали вариант Б, вы получите одну звездочку. Выбрали В? Наградите себя 3 звездами. Вариант Г приносит вам 4 очка. Если бы можно было выбрать любую профессию, какую бы вы выбрали? Актер. Я люблю быть в центре внимания. Врач. Я хочу помогать другим. Архитектор. Я люблю создавать пространство. Астронавт. Я хотел бы открывать новые миры. Если вы выбрали вариант А, добавьте 2 звездочки к вашему счету. Вариант Б приносит вам 1 балл. В стоит 3 балла. Вариант Г приносит вам 4 очка. Какая женщина вам наиболее симпатична? Выбрали девушку под буквой А? Ловите 2 очка. Вариант Б добавляет 1 звездочку к вашему счету. Вариант В приносит вам 3 звезды, а ответ Г – 4. Как вы готовитесь к будущему? Я создаю красивые доски желаний. Я просто говорю о нем с друзьями. Думаю и ищу решение своих актуальных проблем. Я двигаюсь вперед шаг за шагом каждый день. Если вы выбрали вариант А, добавьте 1 балл к своему счету. Вариант Б приносит вам 2 очка. В стоит 3 звездочки, а вариант Г приносит вам 4 очка. Какая ваша самая сокровенная мечта? Большая любовь. Деньги и роскошный образ жизни. Делать то, что нравится. Делать счастливым кого-то особенного. Если вы выбрали А, добавьте 2 звездочки к своему счету. Вариант Б приносит вам 3 балла. В стоит 4 звездочки. А если вы выбрали Г, то получаете 1 очко. Вы в себя верите? Вроде да. Да, всегда. Нет, я точно не идеален, бро. Я предпочитаю действовать, а не раздумывать об этом. Если вы выбрали А, добавьте 1 звездочку к своему счету. Вариант Б приносит вам 3 очка. В стоит 2 звездочки. А Г – 3 балла. Ваши родители вас поддерживают? Нет, я в этом мире сам за себя. Не так уж сильно, у них есть свои заботы. Да, мое счастье для них – это главное. Совсем немного, если я прошу об этом. Если вы выбрали А, добавьте 3 звездочки к счету. Вариант Б приносит вам 4 балла. Вариант В стоит 1 звездочку.
И, наконец, вариант Г приносит 2 очка. Выберите цитату, которая нравится вам больше всего. Время – деньги. Бенджамин Франклин. Когда жизнь дает вам лимоны, делайте лимонад. Эльберт Хаббард. Если хочешь быть счастливым, будь им. Лев Толстой. Путь в 1000 миль начинается с первого шага. Лао Цзы. Вариант А добавляет 3 звездочки к вашему счету. Вариант Б приносит 2 балла. Выбрали В? Ловите 1 звездочку. Вариант Г приносит вам 3 очка. Что из этого точно про вас? Дружелюбный, классный, популярный. Серьезный, скромный, надежный. Спокойный, мудрый, миролюбивый. Драма — наше все. Карточка А добавляет 2 звездочки к счету. Вариант Б приносит 1 очко. Если вы выбрали В, хватаете 3 звездочки. Вариант Г приносит вам 4 балла. Какие растения нравятся вам больше всего? Подсолнухи всегда греют мне сердце. Кактусы, у нас много общего. Орхидеи, мне нравится изысканная красота. Розы, что может быть лучше классики? Карточка А добавляет 4 звездочки к вашему счету. Вариант Б приносит 1 балл. Если вы выбрали В, то к вам летят 3 звездочки. Те, кто выбрал Г, получают 2 очка. Выберите эмодзи. Смеющийся. Смущенный. Невозмутимый. В солнечных очках. А добавляет к вашему счету 1 звездочку. Б приносит вам 2 очка. Вариант В добавляет 4 звездочки к счету. Г приносит вам 3 балла. Что бы вы выбрали? Стать богатым, но никогда не найти настоящую любовь. Найти настоящую любовь, но никогда не разбогатеть. Я уже богат. Где моя вторая половинка? Я в эти игры не играю. Карточка А добавляет 3 очка к вашему счету. Вариант Б приносит вам 1 очко. Выбрали В? Ловите 2 звездочки. Вариант Г приносит вам 4 балла. Готовы узнать результаты? Убедитесь, что правильно все посчитали. Поехали! 22-35 баллов. В будущем вас ждет отличное партнерство. Вы встретите нужного человека, который разделит ваши жизненные цели и ценности. Вместе, шаг за шагом, вы построите жизнь вашей мечты. Это приключение будет радовать вас каждый день. 35-50 баллов. Будущее заставит вас переосмыслить любовь. Вы встретите по-настоящему родственную душу в самый неожиданный момент. Вы узнаете ее с первого взгляда. Каждый день этот человек будет вдохновлять вас становиться лучше. Этот опыт будет прекрасным, если вы научитесь уважать друг друга. 50-65 баллов. Поздравляем! В будущем вы сделаете карьеру своей мечты. Вы весьма решительны. Все удастся, стоит только захотеть. Не теряйте концентрацию и помните, что звезды на вашей стороне. Вы даже можете перерасти свою мечту и начать строить общество единомышленников, чтобы делиться опытом и подарить им цель жизни. 65-88 баллов. Ваше будущее скоро вас удивит. Шансы на осуществление самых заветных желаний очень велики. Случайная беседа, новое предложение о работе или приглашение на вечеринку может здорово перевернуть вашу жизнь. Так что не соглашайтесь на компромиссы. Ищите новые возможности. Помните, что желания склонны сбываться самыми неожиданными способами. Так что будьте начеку.